В детский сад, как и в школу, теперь только по прописке. С 1 апреля дошколят станут распределять по группам в зависимости от того, где они живут. По желанию родителей, ребенка можно будет прикрепить к нескольким садикам в районе, если там есть места. Вот исполнение федерального закона об образовании. Это ведь сделано для того, чтобы, в принципе, как-то упорядочить, да, понимание родителей, в какой детский сад им более удобно будет приводить своего ребенка. По сути, все останется как прежде. Если родители не устроят предложенный садик, то они смогут написать заявление о переводе в другой по договоренности с районным отделом образования. А если после дополнительного комплектования свободные места еще останутся, их займут в порядке электронной очереди. Родители школьников тоже выбирают, куда отправить своих детей, но уже в летние каникулы. С 1 апреля начинается запись в оздоровительные лагеря. В этом году для учеников выделят 35 тысяч путевок. Подать заявку на них екатеринбургские родители могут в районных администрациях, многофункциональных центрах и через портал госуслуг. Отличается прежде всего тем, что нами на основании законодательства принят административный регламент. Мы вот эту услугу по оздоровлению детей летом должны предоставить жителям города Екатеринбурга, родителям в электронном виде.